Может же за пивком сбегать, он тут рядом прям Ну живет. да, он же вроде с тобой в одном районе. Погнали. Погодите. Ну, не в одном, он там выше, это, короче. Я это на северной, он просто на саутовке. Расстояние где-то 5 километров у нас. Я не понимаю даже, в каком городе речь идет. Не, реально, где вы живете? Он в Харьков. Стрезат в Харькове живет. Соседи, получается. Я думал, вдруг Питер, вдруг как-нибудь к нам вас залечу на пати. Бля, заебись. Оп-оп, шея, шея. Хе-хе. Да, я там пока раскладку переключал, уже чуть не летело. К сожалению, другой шеи нет. А чё мы лежим, парни, а? Хотя. Разбойнички? Уважаемые, вас резать не будет. Разбойники, блядь, часто упоминаем и Ретрик не тоже, стоит. братик. Давай, это, встал, но ножками побежал. Учимся бегать. Да, блин, заебался. Ну, говорят, да, типа, лучше не подходить. Смотри, короче, СМО, я знаю, что у тебя хуевая память, поэтому я тебе сейчас в Дискорде позвоню, скажу адрес, ты его запишешь быстренько и листик на видео сожжешь, понял? Хуя ты от меня хочешь, Напиши всем блядь. адрес, блядь. Ладно, но если ты оплачиваешь пиво, то закажи мне еще пиццы, бля. Нихуя ты захотел, у меня денег нет, Кажется, ты. такими темпами у тебя скоро до мулаток, блядь, дойдет. Ну Надо. ты это, ты ж там зарабатываешь, работаешь, там, бизнесвумен, блядь, хули ты, нахуй, леди первая, блядь, Не, на районе. платят. Понимаешь, Тризот, не платят 5000 за счетчик, блядь, который я устанавливаю 30 минут Тебе назад. платят, блядь, 5000 за одного клиента на трассе. Чё ты пиздишь, блядь? Там у тебя бабок немерено. Я же не на трассе работаю. Ну возле, какая разница? Иди возле даже. Ну я на трассе, блядь. Я вызываю так. Кстати, у нас это Другого. перекура не было. Он будет хоть раз? После Фрей. Чё, он надо он? Ну, фласка закончилась, вот, типа, обычно у нас это перекур, После когда фласка. Тари мы перекурим. Так нет, в смысле, сейчас закончилась фласка, у нас же обычно перекур-то, когда она заканчивается. Ну, то есть два перекура хотите? В смысле, какие два перекура? Мы Ну, 3 часа успеем же. за... Ну... Не, ну... Ну да. Давай два. Вот это торганулись, да? Да, Да. давайте трейлер чистим и 5 минут Да. поставлю. Как там, пицца тайм, блядь, или как он вводится, эта хуйня? Брейк 5. Ой, Нормально. блядь, не Нихуя ты, блядь. О, тут по-царски, блядь. Да. Перерыв так перерыв, блядь. Парни, ну не ругайте меня, Еще и погиб, бущит, блядь, нахуй, мне хуёво, блядь, чё вы нахуй это? Ну, блядь, я упал просто на цифру 5 и, короче, 2 нажалось. А как его отменить сейчас? Сейчас а, научу. заново напиши, заново напиши ДБМ просто 5. Она автоматически сделается. Оп, видел он, блядь, нахуй. Волшебник. А промахнулся бы еще раз на пятерку, продолжили бы уже утром, нормально. Оп, видел нахуй, опять начал.
А я буду обновлять. Это будут ваши самые вечные 5 минут в этом мире. Так, ну он вроде ушел, поэтому... Короче, 8.05, все, я понял. Он не ушел. Подожди, а кто это сказал 8.05? Ты откуда? Алло, прием. Уральские горы стоят. На Урале, что ли? Да. Северный Урал. Шерлок, ну как? Охуеть. Евгений, нахуй. Ежегодно этот марафон горный Конжак. Слышал что-нибудь? Кто там? Нет. Так, ну что, пробуем в геле эту хуйню убить? Или нахуй, идем дальше. Ну это долго, это долго. Расстановку надо дальше. Пацанам объяснять, так как надо делать тут что. Ну и хуй с ним тогда, пофиг. Контроль. Давайте нормально просто бахнем. Ежели богатый, нехуй начинать, блять, поехали в обычки. Если времени мало, то да. Так, кто в портал, кого отправим? Ой, в портал, говорю, этот, в туннель. Кто там в прошлый раз бегал-то у нас, я уж не помню.
Давайте все кастеры, кроме сильно. Сильно подиспелишь тогда здесь. И Лема может оставить. Да, сильно Лема пускай тут останется. Потом тут еще кто? Давай, Лекс, оставайся. Давай только суммите меня. И Алина. Я остаюсь или иду? Остаешься. А остальные все туда? Ну и по танкам. Ну и танк, соответственно, ДК здесь упал туда. Паладины не люди. Все, давайте, если все готовы, все поняли, давайте готовность. Фласки сразу пейте. Рыбы не было. Рыбу бахните. Ставлю рыбу. У меня еще одна осталась. Все, кроме Алисана и Лекса. Остальные в туннель. Дайте магу бафы. Миликом, конечно, пизда, наверное, тут. По 4 надо встать. Я не понял, Зигент, мне в туннель или не в туннель? А не, по 3, насколько, а не по 4, дайте. Ты в туннель, да. Сильный, и Сидоров тут остается. Я с деньгами остаюсь, абсолютно вопрос. Все, понятие, вперед. Какими деньгами? Да. С теми, что я вложил в капитал. Какой ты нахуй капитал вложил? Прожиточного минимума. Майнеры все спиздили. Че, ты видео не видел? Видел. Да, я видел. Че, Сакра, когда этот пойдем на ритейл играть? Никогда. Зачем реально ритейл? Ну там типа вот эти дестрики, атир. Какие дестрики, блядь? Это те, которые 2000 дпс в босса, ой, да, соул таргет дают? Да, а чё? А потом ауешат на 20, да? Да. Нет, спасибо. Кайфовыш. Блядь, у меня камера сама завалила, блядь. Дестрики это СМЛ давай. Без меня. Ну мне-то чё, я ж на ВМонке играю, мне бог. К тому же я за Альянс на лайве, у меня чат. А у меня, кстати, да, у меня МОНК тоже на валах. Нормально, он меня убил. Помянем нахуй. У вас там мордовый. Просто этот, блядь, две кары подряд, до свидания, нах. Друиджа с вами, поднимите, да. Паузер, ты, блядь, дойдешь до этого моба, ёбаный? Ой, сможешь перебрасывать. Чё вы, блядь, не хилите-то, алё? Ну, типа, похуй. Дайте баф. Не знаю, что у нас тут с собой. Кулак дали. Пацаны. О, добрый вечер, блядь. Проиграл. Что там? Что случилось? Плакеры получают? Падайте. Он жопой пухнул просто. Это был мощный удар. Все, не хильте. Мощный удар, это же волна вроде. Да. Значит, ну, либо кто-то сорвал, пухнул. Либо его повернули, одну из двух. Либо он не дошел как-то, когда он чаржился. Вообще, почему он чаржился, никто не знает. В смысле, он стоял на месте, мы... Он чаржился стояли. Один раз. А потом пошел обратно. Может, он не дошел там писечку. И пиздец. Затернул на портале стоят. Фейс, у тебя есть фласк? Куплю.
А то я не успел меня зашмолить, чем я до опыта бежал. Какие фласки? Какие фласки? СПД. Могу саппорт дать. Спасибо. Хоть не карва масла. Сейчас добежим. СМЛ, я могу за фаермага пойти играть. Они там вроде не очень на кстати. Них. Значит, все, не могу ни за кого теперь. Серьезно, фаермаги стали не очень? Там марканы типа посильнее будут. Я знаю то, что фаермаги были бичом этих. Как его? ППшек, короче, ключей всех этих. Они там могли 50к выдать просто в пак. Ну вот теперь, видимо, вместо этого Дестерлок. Серьезно? Че, на так. БК все идем? Да, да, все на БК идем. Там сейчас эстир ДПСеры, это будет Аркан Маги, ВВ, Монки, Элемы и все вроде. Нет, или еще кто-нибудь? Ты сейчас ты? Рофлишь или че? Нет, так я ж про ритейл, алло, про 9.1. Да, а у тебя только что спросили про БК. Нет, это почему? Рофл. Нет, что сказали, идем на БК. А. Не, ну я про ритейл говорил, если что. Ну 30 июня выходит. Еду заказывает, пусть он БК оплачивает, все, мы идем. Погнали. Давайте, пацаны, счастья, здоровья, блядь, вам. Давай пулять. Ты прикинь, на самом деле, какой-нибудь мажор в гильдию заходит, говорит, пацаны, блядь, идем на БК, оплачиваю, блядь. Нихуя, все рейды, блядь, да? Кто подписок покупает, нахуй. Я у тебя ванильные мечты, я мне сейчас пишу. Все, блядь. Не ванильная, а Burning Crusade Classic. Я моргаю, блядь. Ну это на самом деле шо то, шо это, короче. Шо то хуйня, шо обе хуйни. Именно. Шо это обе хуйни такие, шо ебалы маму рот. Вот что я на УЕ шел, пацаны. Я походу Firemax ритейла. Ну, еще 1040. И будет похоже. 4 моба всего, алё. Нет, ну там моба по 10 как минимум было, да. Так что нормально. Примерно такой же бурс, как на Гаргуле. Да вам, блядь, что, религия не позволяет нахуй этого побудителя довести до центра? Вера. Меня поддерживает моя вера. Че не люк? Меня поддерживают хилы. Не, нет. О, оглушение. И я в огне стою. Заебись. Лево. Я заебал, нахуй, кастинг. Иди сюда, блядь. Алло, Няша. Алло. Земля меня пустит. Бать у нас тут защитник ОВХ. Койл ты не дал. Койл. Есть койл. Койл. Да похуй. Ща, я сижу бухаю, и мне похуй. Стат из Йенда. Плюс один. Есть ролик один хороший, который правду говорит. Кто не пьет, тот хуй пьет. Ну чё нахуй ты сделал? Это, блядь, сделал? Лучший, брат. Ты это губьет коврейди, что ли, или чё нахуй? Чё, ковры? Какие ковры?
Не знаю, ты сказал кафе. Говненко, я сказал. Дайте голды. Как с деньгами обстоит вопрос? Кстати, это охуенный профит, не, короче, не заходишь неделями в игру, блять, и голда не тратится на. И не копится. Отвечаю, у меня 3 недели не было в игре, у меня как было 70 тысяч, так и осталось, блять, даже никак не потратил. Нормально, кстати. Как ты это сделал? Я вот позавчера зашел, у меня было 40 тысяч, стало 20. Вот, видишь, блять, а если бы не зашел бы... Давайте добивайте мобов и распределяйтесь равномерно кучками. Забейте моба, пожалуйста. Милики. Милики, два кемпа, встаньте. Гера, дайте. У меня игра крашнулась. А дайте. Проблема черных, белых не будет. Блять, осуждаю нахуй. Ну конечно, ты же казахстанец, блядь. Я против расизма. Ты чё так жестко? Расисты ебучие были бы, блядь, в Техасе, нахуй, я бы каждому пулю в лоб, блядь, пустил. Чё, блядь, я бы там раком поставил. Казахстан Техасом называешь? Или это город какой-то в Казахстане? Это, да, это город в Казахстане. Техасатый. Как в Перми есть Крым, короче, да? Вот то же самое. Тихо, ну, Султан. Да, Перми. Это вроде ресторан какой-то или что-то такое? Что-то, да, есть такая. Самоль, ты в ресторан живешь? Детство, блядь, сидя в Техасе, в Казахстане, знают, какой ресторан в Перми есть, блядь, ёбнуться. Нормально. Но для человека это важная информация. Чё, доёбывайся. А чё, у нас никто даже не сдохнет? Ну, сейчас, надо? Подожди. А тебе оно надо? Если надо, то, конечно, можно. Как бы тут милики объединились, блядь, и всё сразу, нахуй, 10 трупов. Не знаю, это супер скучный какой-то босс, блядь, если его не бить в твоей. О! Добрый день, нахуй! Есть контакт. Минус 2. Замкнуло, так сказать, пацану. СМЛ, скажи что-нибудь на казахстанском, Техас. Да что тебе сказать? Что-нибудь? Ну сказал что-нибудь. Нихуя не сказал. Ты сказал, что тебе сказать по-русски, а потом что-нибудь по-русски. Что-нибудь, вот, все, сказал на казахстанском Техасе. Понял. Можно мне в мертвую кучу встать? Там лучше крик на ХП обновите. И Сандер, да? На Сандер и стак, ну ты типа. А, вообще, тут три вары как бы за этим контролируют. Попрошу вас. Попрошу вас ДПС босса показать мне, и я пойду отдыхать. Да ты меньше меня надамажился нахуй. Да. Накливал да, просто да, на Да. Я в босса, блять, больше накливал, чем ты, понимаешь? Ни одного конта нет, который комбат скинет, блядь. Так он сейчас сам скинется. Хант это делает гораздо быстрее. Накливал, блять. Даже смешно. О, голова Навара. Ты что там накливаешь? Голова Навара, это верно? Это хорошо. Че, вам уже зарплату дали? Кому, казахстанцам? Нет, сидим тебе без зарплаты. Тебе это понятно. Звен, дали что-нибудь там, Няша? Пришло что-нибудь? Прошло. Я что, даже не отправлял нихуя реквизит? А мне прошло. Мне прошло, кстати, с
это смс-очка, такое типа спасибо, что вы убили, ты лучший танк и скинули десяточку. А сиськи? Да, и охуенная Сократа. И что там? ПС. Ага! Ага! А кто запустил ходера? А, пиздюки, блядь? Признавайтесь. Сука, почему ходера нет, блядь, а? Может, мы его не убили? Убили? Кто-то почти сразу запустил. А, понятно. Ну тогда я Торема тоже запускаю, блядь. Какой запускай, блядь? Плюс один, тут говорили, блядь, да? Ну, мы, фу, блядь, мы с ходером плюс один точно не убьем, парни. Кто это сделал вообще? Да хуй знает, а как ты это сейчас чекнешь, кто это сделал? Кто спрашивает. А, видео, может, кто записывает? Да, кто-то ж будет записывать четвертый рейд. Ну там не было видно, кто запустил. Да и хуй с ним. Пойдете трошись. Запускай тогда и всех остальных, блядь, потом. Да кого всех остальных, блядь? Это когда убьем. Два человека, ой, этих босса пока активно. Два человека пришли. На сходку. Давай мобиков бить. Мобиков, танки есть? Танки вперед, вперед, танки, да. Че, это хотите ставить? Давай, 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 давай. Дайте кулак. Выйти. Пау. Танчит. Кажется, у нас возникли проблемы. Кажется, у нас пауза. Это, слышите? Спасибо. Хепресту ставить сокет на 50 духа, это типа сейчас модно? Да. Да. Что? Сакра, блядь. Что происходит, блядь? Не знаю, я убегаю. Блядь, по-моему, это охуенная тактика, блядь. Побежишь со мной? Так, где моя? Просто снова. По-моему, у нас протупауа. Ну, контрольте тогда, корни кидайте. Пацаны, давай, помогите его, пожалуйста. Этот за мной бегал. Может, проще большого тогда банить, блядь, а мелких заливать? Да большого я вытяну, успокойся, потанчу. Мелких, потанчить их тут. Ну, сейчас, да. А вот этих кто потанчит? Чё, не я? Не, вообще, ребят, по поводу балабойства с хранителями, это ладно, четвертый рейд, тут кого похуй, но если вдруг попадете в третий, там, второй и выше, короче, то там вам прям сразу до свидания будет, если поговорите без команды там. И там вычислят вас. Поверьте. Там вас вычислят, да, потому что там просто... Я лично вычислю и выебу просто. Раком поставлю, ебать буду жестко. Вот ты сказочник-то. А что тут все наоборот, знаешь, когда это самое, типа руки на стол, а тут наоборот руки, наоборот, со стола нахрен, когда с хадирами проходите. Хил! Диспел! Зачем тебе диспел? Тебе так хорошо. Столько полет еще, все лесные. Ты бухой, Сакро? Не. Мне очень жарко, и у меня в башке дичь. У меня всегда в башке дичь. Ну конечно, ты у меня всегда тут. Я вижу твою башку насквозь. Че, Кенген? У меня такой вопрос есть, а что нужно делать, чтобы по рейдам на повышение идти? Скинуть жопу. Жопу скинуть? Да. Кому в личку? Почему в личку? Никому в личку. В общий чат скидываете в общий. Или думал все так просто? Козях еще из-за мамосек. Да ёб твою мать, блядь, прямо. Один на. Ладно, мне тогда в четвертом комфортно, блядь, если речь уже перейдет. Не, если хочешь, да, договорись с ГМом, там это, максимум отсосать попросит. Не, если кто-нибудь сделает отдельный канал с жопами, нахуй я ливну отсюда в пизду. Почему ливнишь? Не выдержу. В смысле? А что такого скинуть жопу, блядь?
вашего лица не видно, нихуя. Все, я все сказал. Просто с жопу тоже скиньте. Не понимаю. Вопроса больше не будет. Скиньте жопу, Кира. И все нормально. Что такого? Не, ну понял, ну неудобно немного фоткать на фронтал, но все же. Так, а чё? Тёлка висит, блядь, стоит, фоткается. Девушек... Ну, давай жопа или чё? В чем проблема девушки скинуть жопу? Ладно, я скидываю. Это... Так что все нормально. Это уже шкура, понял? Это уже шкура, как идет, а не девушка. Зиент вот сиськи скидывал. Я и сиськи, и жопу свою скидывал. Все нормально. Че, блин, куется, рольца, блядь, кому надо? Обезьяны, блядь. О, пошли, пошли. Жалко то, что ты Тризот адрес свой не скидывал, вот. Да, пошли нахуй с Санресом, я вас знаю, пидорат. Понял, понравится кому-то твоя жопа и наведуются, блядь. А нахуя? За ним уже там выехали, блядь. Там подходит к тебе в подворотне, только... Не, за мной точно выезжать никто не будет, поверь. Да, конечно, за тобой, блядь, мустанг выйдет, я знаю даже какой, блядь. Там мустанг уже там чел сдох, блядь, давно еще. Готовь свою электробудку, блядь, так сказать. К тебе подойдет какой-то мужик и скажет, а я видел твою жопу. А я скажу, мне похуй. И чё? Бля, ну знаешь, обычно мужики на улице не подходят и не говорят, что он видел твою жопу, даже если он видел твою жопу. Я живу на обычном райончике, блядь, с обычными пацанами, блядь. Тут никто не будет то подходить, блядь, и у тебя спрашивать, блядь, жопа есть нахуй? Ты первый. А покажи. Ну, вы типа пацану на вопрос так и не ответили. Какому? Как бы становиться? Нет, нахуй. Пацан как сидит и думает, блядь, почему нахуй, блядь, они говорят как про жопу. Как научиться правильно и красиво фоткать жопу? Так это в интернете гайды есть. Ты смотрел? Блядь, походу ты их писал, блядь. Ну, это... Не, там писал чуть другой человек. Можно это, гайд информацию гильдии, короче, да, чтобы все ознакомились? Вот чел, который спрашивал про то, как бы стануться, вот сейчас подумай, а уверен ли ты, что ты хочешь это, блядь? Ты вот это вот сейчас что все потянешь? Вот это вот все послушал, блядь, типа. Ну, подожди, да, сказали же, что в это там выше рейдах так, такого пиздежа нету, флуда. Пьяный, болевым, блядь. Или есть? Да, нету, брат, нет. Так ты понимаешь, что в основном пиздят сейчас сидят только те, кто мои рейди, кроме сага. Что нахуй? Пиздоболы получается? Конечно. Понял. Принял, нахуй. Ну смотря когда, когда босс освоение там идет, конечно, никто особо не пиздит. А мы когда, блядь, разрушителя в 10 тысяч восьмой раз убиваешь, ну как бы уже похуй. Мы уже, ну, на похуй играем, уже все закрыто, всем похуй. Поэтому мы чилим, мы в рейд приходим общаться больше. А боссы ну, сам мне падают, понял, вот так как бы. Ставлю раз, ласт рыбку, кушайте. Чем еще видишь, чем фича? Босс нерфили миллион раз, поэтому как бы от первоначальных осталась хуета. Поэтому. Ну, что? Типа. Да не, я серьезки бить тут мы... что-то уже. Я помню просто, как мы Левиафана траили 8 часов, чтобы его в хейме убить, блять. Мы были третий или четвертый или на сервере. Там тоже уже у людей настолько сраки, блядь, горели, когда им говорят, я спать хочу, ему говорят, мне похуй. Ты знаешь, сколько мы Торима траили, чтобы убить в хейме? Сколько? Пуляй бабу это. 170 пулов. Блять, а может мы там ребафнемся, хотя бы кулак по ДК дадим? В процессе уже? Зачем? Я понял. Я знаю, там есть кулаки, бафы в процессе, это 100%. Пиццу дашь, короче, мастер ауру? Кто дает первого? Пиццу давай, пиццу будет. Нет, инферналов кто дает? Окей. Ладно, дам. Даю инферналов. Просто я как-то там приходил в третий рейд, потому что мне что-то четвертый по времени в среду не очень удобно. Я хотел бы... Ну как бы... у нас разбойники без яда, все дела. А кулак бафа? Пацаны, вы, блядь, на карандаше уже, нахуй. Без яда.
Боже. Сколько трупов? Ну, короче, встаньте в столбы, давайте заново по ним, блядь, в пизду. Они как раз сейчас. Подожди, я еще кальций пьёт еще. Почилили. Ну, попиздели и хватит. Вот так оно и проходит. Так а чё они у вас все разбегаются, блядь? Теперь надо так же попиздеть, только чтобы убить. Дайте диван, масресни, блядь. Можно диван? Понятно, не успеет, нельзя не диван. Не успеет, смотри. Он один, блядь. Да он один, что он не успеет, блядь. Себе диван, блядь. Это в ДК, по-моему, был живой еще. Ну, он мне явно не успел. Алло. Там алло. Кто из Гами обстоит вопрос? Вообще, вот, человек сейчас на серьезном, кто спрашивал, как попасть в рейд выше, просто играй и выполняй команды, то есть, а так заметят тебя. Ну, команды, каждый день идет, так как бы с каждого рейда список нормальных игроков и список тех, кто косячит. Что-то по списку можно найти. Рыба, кстати, еще осталась. А это вас не касается. Как проводится список, кто его пишет и кто в нем, никто из вас не узнает. Это знают только офицеры. Криппинг, блядь, на мат, нахуй, два раза полника. Я скажу так, с третьего рейда уже 6 человек точно пойдут. Пацаны, на следующем КД в четвертый рейд. А вы хоть как-то будете, например, уведомлять там, написать там челу ВЛС? Ну, да, мы будем это уведомлять, кто когда заходит, кто в какой рейд идет на этой неделе или на следующей. Просто я еще на позапрошлой неделе задавал этот вопрос о том, как будет работать, например, эта система, как определять, в какой рейд придешь. Не у всех же есть, например, возможность прийти там во второй, сидишь, ждешь, блядь, возьмут тебя, нет. Потом в третий, потом в четвертый. Дохуя типа людей? Ну, может, и не дохуя. Мне приходится время выделять, чтобы на РТ прийти. У меня рыбка закончилась. Пацаны. Смотри, если ты нужен будешь во втором или в третьем ряде, тебя как минимум за день-два ознакомятся с этой информацией. Понял. Это... А чё там по рыбе, да? Вот уважаемые, блядь, разрушители фиолетовые, блядь. Почему хоть кто-то не мог взять Shadow Fury из вас, блядь? Ну вот хоть кто-то. Вас трое, блядь, а Shadow Fury ноль. Shadow чё? Не Shadow Fury. Фазингами отстоит вопрос. Фотка с Ракином. Ну это... Типа брать чисто на фрейм талант, это... Нет, это ты просто делаешь билд, когда у тебя всегда есть Shadow Fury и всё в порядке. Они не только на фрей помогают. Так. А на ком ещё? Ну вот на Тореме помогает, на Мимироне помогает, например. У вас, типа, пушек на своп нету, Роги, чтобы намазать криплинг? Этот-то ладно, ему похуй, он демонолог, блядь, отбитый, блядь, а Сандрес так и крик, блядь. С него нет спроса. Так, что у нас по вопросам получается, да, там, кроме денег? Разбойники криплинг намазали? Есть у вас? Намазали, да, у меня на свапе. Все, отлично. Все, давайте готовность. Там пиццу без команды тогда сдашь на первый мастер ауру, когда там эти мелкие будут, а Алинас на втором. Все, полейте. Ой, Эльдарка-то вытернул, выпадался. Ага. В смысле? Вон он, сидит, в Дискорд. Каст. Я вот к вам вообще пошел только из-за консул лута. Где? Да? Сэр, разбегайтесь, медики. Дерево убейте. Я не знаю, что вам сказать. Они у вас опять разбежались и куда-то, блядь. Надеюсь, хоть на последней фазе фридом будут давать по один. Ну, пацаны, я так не хочу играть, как пизда полная. Стоп.
крадывал. Подними сап. Я грозу вам. Окей, я дерево убейте, ребят, дерево вылезло. Естественно, мы медленно умираем. Ну, грозового больше, ребят, и хватоплёта. В духа воды осторожно. Можно? А, это можно бафы какие-то, да? Каст. Ну, блядь. Ну твой пиздеть гораздо, а играть нихуя не умеет. Ты сейчас кому сказал? Может, он, раз она так идет, плюс ноль пойдем? Плюс ноль? Что бред? Сейчас еще раз и... Да, что остается-то? Что-то какой-то рафлан начался просто. То, что до фури инфернала взять, сделать так, чтобы они сдохли все в одной кучке, это не вариант. Мы будем катить, ну, как блядь, бы они будут нас не выходит. И умирать. Как видишь. Инфернал, а потом костры не будут бить. Танка, блядь, в таргет, нахуй. По его фокусу начал бить, а они все обзываются одинаково, а он потом поменял таргет, блядь. Как бы у меня всего лишь один таунт, то есть, а как я увидел, никто из миликов не хочет таунтить этих плеточников обратно в кучу. Тут это помогать надо всем на мелких. Войска не будем давать? Давай на пиздюков будем сдавать. Сейчас распределим, кто первый, кто второй, кто третий. Войд, вызови на первых мелких бомжей, а потом Абула. На читай дальше. По этим, по големам. Няшер Даш на первых, два остальных Лока на вторых. Сколько у тебя КД? Шесть. На грозовом кто посидит, косты покикает. Селесон. Меня тоже заткнитесь, пожалуйста, на секунду. Спасибо. Селесонок, ты дашь тогда первый? У меня 6 минут КД. И у тебя я дам минут. Первых. У меня 50 секунд. Ну дай секунд. Ты тогда первым. У них на 10 откатится. Вот. А я буду на духе воды сидеть, а была... Ты на грозовом сиди, воины помогайте по кикам. С деревом, надеюсь, проблем не будет. С лучей выходите моментально, фридумы додавайте людям, которые в корнях. В дерево вливайте, сразу свищитесь. Все, и просто живите, не стойте под лучами. И если видите, что на вас бегут мелкие, просто отойдите, стопните ДПС. Посмотри, шаман, можешь вот... этот тотем ставить тоже. Замедление. Чё? Не давайте голема, когда мы в кучу соберем, или уже когда у них будет меньше половины хп? Сразу, но так как выйдут они. Уже, но начинай кастить, они как, но как раз подойдут. Миску. Че у тебя там? Да, я тут. Сразу запускайте тогда. У меня почему-то показывает, что у нас 6 человек без ДБМа. Роги на 10 намазали.
И тотем ставь, тоже помогает. А чё, ДБ нужен? Полезная хуйня. Ебать, он шагает. А можно, типа, чтобы они вместе дерево убили? Дерево, да, со стороны входа. Зачем ты таунтишь? Там срывали. Так, а, правильно поставил. Ты его зачем-то там. Там сорвали. Кого сорвали? Это был таунт. Там РДД был какой-то. Там паладин был в тарге. Я ж видел. Значит, его сорвали. Вышли. Ой, ой. Сейчас будут мелкие. Мелкие. Давайте, вы вызывайте бабам. На пулы. Дерево. 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 А где кто-то бьет вообще? Убили. И дайте по опу. Готовьте массак. Давай масс. И мастер. Дерево. Убить. Случай вышел. Сейчас будет три моба. Как назна. Кастеры всех хвата. За мной на мне висит, блять, акул. Долго не держу. Случай. Я в корнях стоп лучше. Грозового больше. Стопните по вденному. Немножко. Спас, спас, спас. Ты. Дерево, вода. Дерево убили. Дерево, быстро. Добивайте его. Добивайте его. Один упал уже. Стой быстрей. Поздно. Что ты начинаешь? Вызываем. У вас нет кдэша. Да, они просто ваншотнули меня. Кайтите их, кайтите. Дерево, вода. Таунтите все. Кто может там в кучу их. В кучу их все, уходите РДД. Тяните сливам, пожалуйста. Массакру дайте, замедление спало. Разбойники. Я в корнях стою. Фридом дайте. Мастер аур огонь дайте. Добейте последнего. Рассредоточьтесь, сейчас дерево будет. Угадал. Дерево убейте. Дерево. Нужен знак. Каст, каст. С дебафом выйди среда. Случай вышли, танк уведи. С этого гриба уведи. СМЛ на водном сидишь. Mm-hmm. Я ж на водном. Ты на грозовом должен быть. Ушли, ох, случай, па. Ушли. Ну алло. Дерево убили? Каст, каст. Каст, стоп. РДД. Дерево убейте, быстрее, дерево все. РДД, РДД.
Да били этот дерево, сейчас будет три моба. Дайте сам БЛ, давайте зальем быстрее большое дерево. Кадевич, дай мне БР, у тебя откадышился. Лучи ушли. Лучи, блядь! Ты сбиваем РДД в хватоплета, хватоплета там. Почему грузового я танчу? Фридом дайте. Да я ковы, а ковы по этому. Каст, каст, каст. Дерево убить. Там Инер ДЦ просит. Давайте в грозового больше сыграем. Сейчас эти будут уже бомб. Дай, давайте, давайте. Фотоплёта тоже, пацаны. Нормально, все, добивайте. Равномерно падает. Все, на бережок встаем, пожалуйста. Готовимся. Дерево убить. Дерево. Все, перебежали, 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 перебежали. Дерево добейте только, РДДшники, кто-нибудь. Дерево убей. Перебежали. Бомб. Вышли, перебежали, случай. Перебежали. Фридом, да? По корням, да. Перебежали. Что, ну быстрее начал кидать. Дерево? Дерево, ну, дерево на том берегу, да. РДД залейте. Каст, каст. Быстрее дерево убейте. Смотрим. Перебежали шишки. Мы... Лучшестер. Берсуму не успеваем. Еще 2.5 на 8 лямов. Смотри, ну, перебежали. А у нас трупов там, берите во сколько. Перебежали. Дайте мне не Гера. Если еще убьете, одну Гера есть, у нас один шимон. Если убьете, не лутайте. Дерево, 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 дерево. Лучи. Перебежай. Ну первый. Она весь стоит, кастует. Дайте баф по ДК. Каску кула. Фридома нет, дайте фридом. Бежали. Фридом, да. Корняк стоит. Да у тебя фридом. Ну то когда кинули его? Перебежали. Дерево тут! Дерево там же. Там же дерево. РД залейте. Да уйдите от этих бомб. О, бля, ну все, падайте. Успеваем нихера. Ну че, что у нас? ДПС 0. Ну станьте в лучи. Обидно. Обидно за смерть и глупый, конечно. Вот так, да. Прости меня. Не вставайте, я ресну на срез. Говорю, не вставайте, блядь, 5 человек встало. Понимаю. Блядь, все равно починиться бы надо. А есть мамонт, может? Нет, джипс есть. Вот так. Ну, короче, ребята, все равно на фулл проходку, я так понимаю, сегодня не успеваем. Если я точно продлевать рейд не буду, то есть мы еще час 10 сидим. Решайте, хотим мы
Сейчас его дальше в хэми тратить или просто убиваем нормально? Давай обычку. Обычку, да. Пойдемте убивать деревья. Делай что-нибудь со своим тритом. У тебя очень... Все плохо. Пойдемте на фиолетовый тогда. К танке. А какой проход, Кирейш? Куда тебе проход? Так, ну... Еще некуда проходку, а... Нахрена она пока? Я не знаю, что они торопятся. Нет, сегодня в любом не успеем, случае, но... когда-нибудь ты ее сделаешь. Да не скоро тебе завезут это ты. Че ты так думаешь? Кто вам такую инфу? Не могут ты. Двигай. Почему двигай. С такой хуйни не было, что он был бустапом? Постоянно двигай. Постоянно ходи. Вокруг ходи. Ну, в лучете заходить нельзя здесь. Чё зайти не могу? А что мы бьем, где? Случай этих выводить. Подальше от лучей уводи. Еще с... Там Испания 5 голов забила, Словакии уже 0-5, нахуй. Хоккей на месте. Россия победит, Путин сила, ну. Россия. Зато заплатили много. У меня только один портал. Потому что у нас бой. Я пришел тебя. Вот теперь посмотри портал. Все есть. А чё мы в бою? А, корни. Какие корни? Вроде сломали. Убейте их. Согрел, кто там моба? Какого моба? Не знаю. А вон сзади моб, слышишь? Реально. Сзади корни вон.
30%. Сейчас они умрут. Там шипешка их убивает, все. Где фейс? Да, сейчас опять я захожу уже. Блять, как же жарко. Пизда, бля. 36 да. градусов, Карл. 34. У меня уже 30, нормально, лежить можно. Всем нелегко. Че, давайте по готовности на баф, все есть. Проверять. Что, рыбы нету больше? А че? Чего нет, простите. Все есть уже, да, все. Молчание, знак согласия. Погнали. На все согласен. Сотку. Я на смерть не согласен. Я не согласен. Да, грозового больше. Морду меньше. Вообще не интересно. Дерево. 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 Рядом с нами тут. Милики аккуратно. Ты
дерево. Ты что, Самэль, я надеюсь? Кого чё? Знаю, Андерховер, это же клоник. Ну да. Не признал? Да он что-то тут в ранже стоял, короче, под грибом. Ты гнев был. Поменялись, получается? Получается, да. Чтоб милликов не бить, он пошел к вам. Я встал под гриб, у меня никого один. Нет. Господи, блядь. Где? Прям сна. Что-то на бабочке даже не чувствуется. Ну что, никто не дохнет от столбов. Босс херня какая-то. Ага. Типа... В обычке бьется дольше, чем в хайме. Дерево. А я рагу набираю. Я накручу. Главное стоять под грибами, не подстирающий край. И накручиваешь, а рагу набираешь. Да, на маге. На маге тоже можно. Знали. Дерево долбейте. Фастич. Она без хэма, блять, реже кидает эту хуйню или вообще ее не кинет. Она еще думает, что эти мелкие живы. У нее еще эта фаза идет. Фаза не началась. Фейс, как тебе 4 куска? Полегче. Я же не спрашиваю, как ты после сифилиса, я спрашиваю, как тебе 4 куска. Сука. Что ты знаешь? А еще даже не кинул эти штуки, лол. Как можно ответить полегче на этот вопрос, просто я охуел. Благодарю вас, герой. На смысле с ДПС? Какой комбат нахуй? Я один раз 4 пуика. Кинул.
Я бы не слезала. Давайте, ребята, если все быстро сделаем, мы обосремся и Йогу убить успеем. И Острокрылую с Игнисом успеем. И да, и за пивом сгоняем еще. Почему у нас комбат? Опять какой-то пэт, да? Локовский. Надо, надо так. Там мобы идут, походу, к нам. Я надеюсь... в Хэме? Да, в Хэме. Я надеюсь, кто-нибудь... бумботов загрит. Всех? Всех. А я же загрю. А если не в комбате, можно умирать? А 2 из 4 вы пишете это количество текущих кусков или... Да, текущих. Желающих. А это влияет, да, на то, кому отдают? Вот откуда очень. Пусть знает, я когда пришел в первый раз в рейд, я написал, там что-то упало, я написал, что мне 3 из 4, мне не дали. Но это потому, что, наверное, первый раз пришел. В правильном направлении думаешь. Красава, нах. А что-то все это плохо, что фрей в нормале? Да. Понял. Все очень плохо. Почему у меня комбат? Вот кто мне объяснит? Что? Релогнись, блядь, ты дольше думаешь, уже релогнулся давно. Дайте мне диван. О, радикально. Александр, дай мне диван и сам комбат скинешь. Че, в хэме? Четко, да, я придумал. Да сдымайся, давай. Блять, на лока бы так и токены поапать было вообще здорово, да, Нешер? Так он потом бафнет кого-то, и больше равно будет, не? Дымайс тут? Алло. Мне интересно, что у лутера в башке, блядь, когда ему стоит выбирать, кому он шмотку отдает. Где вы все? А знаешь, что обезьянка с дисками? Паузер, обмен кинешь за перчатками. Лучше тебе не знать, что у меня в башке. Не мне. Череп. Так, где у нас там хардвелл? Бля, посидел минуту. Я что-то в сторону Везакса пошел.